Всем привет, всем здравствуйте. Оля из Тампере, из Финляндии. И в многих видео я повторяю одну фразу, что я вот человек такой старой закалки. И мне один комментарий понравился, было написано: Оль, да мы, наверное, все вот такой старой закалки, воспитывали нас одинаково, читали одни книги и ездили в одни пионерские лагеря. И действительно, так оно и есть. Если мы возьмем, вот как говорится, мой возраст, ну, может быть, плюс-минус, программа школьная была везде одинаковая. Училась я в Ленинграде, училась я в Москве, или кто-то жил в деревне. Конечно, вот эти книги, учебники и так далее были одни и те же. И книги, которые задавались летом, они настолько были, вот под копирку все нужно было прочитать. И когда 1 сентября ты шел... Конечно, мы всегда писали сочинения, как ты провел лето, ну и потом сочинения, что ты прочитал. И помните, наши секретари Политбюро писали тоже эти книги. Я помню, когда читала первый раз, второй раз, третий раз. Конечно, я от этих книг не помню ровно как ничего. В одно ухо эти книги влетели, в другое вылетели, но все равно читали мы их все. Так что, конечно, да, я думаю, воспитаны мы вот все, как говорится, одинаково. И, может быть, у кого-то было что-то лучше, было бы больше достатка, у кого-то меньше, но все равно вот такой зависти, что у кого-то колбасы больше на бутерброде, у кого-то меньше, нет. То есть воспитаны, конечно, мы одинаковые. И поэтому, когда я говорю, что мы вот такой старой закалки, да, многие, я думаю, 95% со мной согласятся. Ну и почему я вот начала видео вот с такой, что человек старой закалки? Так как я сейчас учусь, я учусь в ТАК, Азыкустен Колутус, Кескус. В ТАКе есть два здания. Первое здание в центре. Я снимаю из окон училища, видно Nokia Arena, видно Сарионин контора, видно контора Турвы, виден университет. То есть это настолько центр. И второе помещение – это Нирва, то есть, конечно, ехать на машине, на автобусе – это не центр Тампере. Ну и, конечно, первый раз, когда мы были в Нирве, я удивилась, что сколько много вот таких больших-больших помещений там тоже есть, где учатся многие, которых не видно было вот в центральной, в этой школе. Ну и первый раз мы поехали вот с моей подружайкой. У нас было занятие там по текстилю, нам показывали, какие стиральные машины и так далее. Я про это снимаю видео. Конечно, для работы это, может быть, не понадобится никогда, но учат только из-за того, если ты пошел вот в такой дом престарелых работать, и там, например, человек, который руководит вот этой песутуба, этой стиральной, как говорится, компанией, этой гладильной и так далее, например, заболел, и вот что делать? Человека ты, как говорится, должен переодеть, а переодеть не во что, и поэтому нужно иметь вот такую квалификацию стирать этими машинами. Конечно, я человек такой, знаете, как говорится, все методом тыка наверняка научусь делать, никакая не проблема. Но учитель сказал, что вы не расстраивайтесь, там есть картинка, то есть, видите, даже вот на такое сделано, что если человек придет, который в жизни на этих стиральных машинах не стирал, он посмотрит, как написано, рисовано на картинке, и будет знать, куда нажать. Вот такому тоже учат на всякий случай, если действительно ты пошел в дом престарелых в такой, в частной, например, работать, и там вот эта прачечная, которая, человек, который руководит прачечной, не пришел на работу, ты должен будешь пойти и эту работу нужно делать. Ну и пока мы нашли нашу аудиторию, я, конечно, в инфу подошла, будьте любезны, хива хомента, что вы подскажите, какие-то спальюн, рассказали, показали по карте, ну и мы пошли эту аудиторию искать. И пришел молодой человек, который не здрасте, не до свидания вот этой даме, которая сидит в инфу, он ей ткнул пальцем, какой номер он искал, и мы еще с моей подружайкой улыбнулись, я говорю, ну, культуры просто ноль, ну, хотя бы спасибо ей сказал. Нет, то есть вот он ткнул, она ему показала, он кивнул,
и дальше пошел. Ну, потом посмеялись. Может быть, действительно, человек по-фински не говорит. Никогда ты не знаешь, тоже знаете, как говорится, нужно смеяться, но вспоминать, что в этой школе учатся вот такие, которые действительно могут и по-фински особо и не говорить, ну, хотя можно, как говорится, и кивнуть головой, типа того, что спасибо. Ну, и наше удивление, пришли мы в класс, и пришла учительница и объявила, что нас соединят с другой группой, потому что там учатся люди, которые уже работают. То есть вот такое Open to Tua Paikala тоже есть, то есть они учатся и работают, вот нас соединят вместе. Ну и когда мы пришли, мы увидели вот этого, который ни слова, ни полслова, и я сразу поняла, значит, если он учится, да, по-фински он говорит. Но отношение вот такое, как может такой человек пойти ухаживать за каким-то пенсионным фондом, если отношение к людям вот такое, какое-то с презрением. Вот не знаю, мне кажется, мы настолько старые, вот такой закалки, я своих детей, когда воспитывала, тоже всегда пыталась привить. Но даже человека ты не знаешь, если ты заходишь с ним в одно помещение, или вы стоите рядом, и ты прекрасно видишь, что человек идет вот как за тобой, придержи дверь, скажи спасибо и так далее. То есть это настолько вот для нас элементарное, для людей старой закалки, но тут просто их, как говорится, мармелад. Ну и мое удивление было оправдано, то есть сразу вот как человека можно увидеть первый раз и сразу понять, что да, человек, конечно, не воспитан ни с какой стороны. Преподаватель рассказывала про текстиль, мы пошли посмотреть, как эта песутуба работает, вот эта прачечная. Потом показали, чем моют полы. Действительно, если вот такое случается, например, ты кормил бабульку или дедульку, и, например, кусок пирожка или какой-то каши упал, конечно, никакую уборщицу ты вызывать не будешь, для этого есть специальная салфетка, ты можешь брызнуть вот такое средство, этой салфеткой подтереть, и, как говорится, будьте любезны, то есть, не, да, если там что-то разлилось, конечно, ты должен позвать человека, который придет и уберет, это 100% никакая не проблема, ну, если что-то вот такое упало, почему бы нет. Ну, и мое удивление, когда рассказывали, чем упираем со стола, чем убираем пол, если вот что-то разлилось, чтобы, не дай бог, вот эта тахмия, знаете, как сладкий лимонад или что-то, потому что подскользнуться можно просто на ровном месте, что действительно все она показывала. У каждой тряпочки есть свой цвет, вот это тоже я удивилась, я это слышу первый раз, наверное, сейчас люди, которые работают, убирают в больших медучреждениях и так далее, улыбнутся, но на народ, вы не забывайте, в больнице я никогда не работала и не знала, что у каждого, вот у каждой пинты есть, у каждого материала есть своя тряпочка. Да, тряпочка синяя, тряпочка зеленая, тряпочка желтая, чем вытираем стол, чем вытираем стул, чем вытираем кровать и чем вытираем пол. Ну, я говорю учителю, а как это все запомнить, вот если действительно в жизни это не работало, она говорит, ничего страшного, в любом есть вот эта картинка, ты раз эту картинку увидел, два эту картинку увидел, три эту картинку увидел, и точно так же, как ты даже сворачиваешь эту тряпочку, у тряпочки может быть вот такое 4 стороны, чем вытираешь, 8 сторон и так далее, то есть ты эту тряпочку все время, как говорится, переворачиваешь, если ты кормил какого-то человека, и протираешь этот стол, то есть одной тряпкой не трем весь стол, все время переворачиваем чистую сторону. Я когда увидела, думаю, о, вот это надо тоже будет рассказать, и может быть даже какой-то видосик показать, как вот действительно этой тряпочкой вытирать. Век живи, век учись. Ну и что вы думаете? Наша группа разделилась ровно как вот на нас. Мы пришли впятером, которые мы учимся, мы дружим, у нас есть WhatsApp-группа, мы посылаем сообщения, чин-чинарем, как говорится, мы сели все в кружок, вот за этот круглый стол. Рядом села финская дама, она сидела одна, потому что с ней не сел ровно как никто. Потом сели две финки молодые девчонки, потом сели две дамы из Таиланда и вот эти два мужчины. То есть все как бы разделились. И в последнее, когда мы уходили из школы, мы все стояли на автобусной остановке, вот эта финка дама подошла к нам. Она спросила, что учимся мы или работаем. Я ей рассказала, что мы только учимся, мы не работаем, как учится она, они учатся год.
потому что они в перерывах еще работают. И она сказала, что я завидую, как вы дружно все сели, у вас сразу уже вы какие-то там бумажки передавали. Я говорю, да, у нас была работа, вот нужно было сравнить, что все это написали или нет. Потом она сказала, как вы дружно пошли все отобедывать, то есть как здорово, что вы вот так подружились. Ну, и она сказала, что у них вот такой дружбы нет. Я говорю, ну, я тебе советую, я, конечно, и посоветовала, что не делай из этого номера в следующий раз, когда вы будете на курсах. Ну, конечно, эти мужчины, да, это все понятно. Я говорю, что вот к этим финкам ты можешь подсесть, это никакая не проблема, начни с ними разговаривать, и все получится. Да, может быть, эти дамы из Таиланда, если ты подсядешь к ним, они не поймут, потому что очень плохой финский. И когда учительница объясняла, они, конечно, все фотографировали, все записывали. Я думаю, что много вот так тоже помощи им будет, если они сфоткают и пойдут на то же рабочее место. Они могут сравнить, что у них на рабочем месте есть, что объясняла учительница. Ну и, конечно, добили меня эти два мужчины. Когда учитель объясняла, вот она принесла в класс вот эту керрю, с чем ходит уборщица по... например, по дому престарелых, и показывала, что есть, что входит вот в этот состав. Конечно, пользоваться мы этим вряд ли будем, но должны знать, если что-то случится, что действительно вот что-то разлилось и так далее, куда бежать, чего, как говорится, хватать. И эти два мужчины морду сделали кирпичом и сказали, что они учатся не на уборщицу и даже слушать про это не будут. И здесь они, куда идут они работать, там они ничего мыть не будут, и дома они тоже ничего не делают. Меня, конечно, настолько это удивило, ну... Нужно знать меня с этой стороны. Я, конечно, сказала, что, к сожалению, вы не можете решать, чему вы учитесь или нет. Если учитель показывает, будьте любезны, встаньте, подойдите сюда и смотрите, и слушайте, даже если вам это не интересно, уважайте, пожалуйста, учителя. Ну и мои, конечно, все коллеги знают, что я вот человек такой правильный, как говорится, отношение к себе и к другим. Я всегда могу заступиться из-за другого человека. Но тут мне просто, как говорится, было неприятно, что вот так учительница, она покраснела, побледнела. Но перед уроком она сказала, что она преподаватель новый, у нее первые, вот как говорится, уроки. И она, конечно, растерялась. После наших занятий она поблагодарила, что я сказала. И, конечно, мы на остановке ржали с девчонками, и я, когда мы выходили, я этому мужчине сказала, не хотела бы я работать с тобой вместе, если у тебя такое отношение. Ты живешь в Финляндии, и ты должен делать то, что в Финляндии, как говорится, если вот такое рабочее место есть, и законы есть, ты должен делать вот это, вот это, вот это. Даже если у тебя в стране исхода, ты мужчина, и ты такого делать, как говорится, тебе не камильфо, в Финляндии ты можешь вот свои эти, как говорится, воспитательные процессы оставить в той стране, где ты жил. Да, иногда я просто диву даюсь, люди не понимают, что нельзя со своей культурой, со своим самоваром приезжать и пытаться здесь что-то исправить. Если тебя это не устраивает, пожалуйста, возвращайся обратно, откуда ты приехал, и там, как говорится, если у тебя есть жена, которая тебя всю жизнь обстирывает, обеспечивает, нет, обхаживает, не обеспечивает, обхаживает, настирывает, убирает, подает тебе завтрак, первое, второе и компот, да, конечно, но если ты пошел на работу, будь любезен. И вы знаете, я думаю, если он пошел на работу, там есть вот такие, как говорится, финки, они быстро его поставят на место, поставят его, научат, как говорится, любить свободу, и когда он выйдет с этого рабочего места, он будет на остановке стоять и петь «Ракастанеляман». Да, ну, могут финки сделать очень грубые замечания, в том плане, что действительно, если ты в Финляндии живешь и рабочее место у тебя есть, пожалуйста, учись и делай то, что делают все, а не так, что ты мужчина, я дома не делаю, здесь я тоже делать, как говорится, не буду. Мне понравилась женщина из Таиланда, они сидели вдвоем, очень любезные, очень милые.
И когда учитель объяснял, что вот в этой песотуба есть мангели, вот такой, которым гладят постельное белье и так далее, конечно, есть утюжок, но утюжком гладят очень редко, все приходит уже вот в таком мешке, то есть она, как говорится, можно одевать без глажки, и рабочая одежда тоже. И она спрашивала, какая рабочая одежда будет у вас. Ну, люди, которые уже работают и учатся, они объяснили, какая рабочая одежда у них, белые носки и так далее. Ну и про нашу рабочую одежду я не знаю ничего. Я, к сожалению, ходила ровно один раз и загуглила, в чем девочки работают. И там один молодой человек, у них были вот такие полосатые футболки. Посмотрим, буду ли я работать в этой полосатой футболке, или мне будет нужен какой-то свой гардероб. Но она, учительница, сказала, нужно такую одежду, в которой будет легко, потому что, может быть, и жаркий день, все равно мы идем в мае, уже может быть вот это весеннее солнце, которое будет припекать, и если ты будешь сидеть, как говорится, вот помогать человеку отобедовать, да, конечно, должна быть такая одежда, в которой хорошо тебе будет работать целый день. Посмотрим, еще ничего не загадываю. Ну вот как вы, народ, считаете, я права или прав вот этот мужчина, на которого я, как говорится, спустила Цербера и поставила его на место? И финки, я думаю, зауважали меня, потому что финны в этом плане, они шаг назад, и они подумают, можно ли сказать, нужно ли сказать, поймет ли он. Я вот настолько человек порывистый, да, я могу, конечно, как говорится, срубить, что скажу, а потом подумаю, нафиг я сказала, лучше бы я, конечно, промолчала. Ну, а с другой стороны, вот как себя переделать? Переделать я, конечно, себя не могу. И я всегда за справедливость, хоть какая бы она ужасная ни была. И я думаю, учительница запомнит меня, и в следующий раз, если мы увидимся, она уже скажет, а, ну это, которая вот тогда, да, в классе сказала вот так. Да, конечно, если учитель только начал учить, еще у нее наверняка нету вот этой вот, знаете, наработки, что как себя вести, и то, что нам кажется, это, как говорится, вот как отче наши прочитать, к сожалению, не все адекватные и не все понимают, что в Финляндии есть определенные законы, которые, как говорится, нужно соблюдать, если ты вот в таком учебном заведении работаешь или наоборот учишься. Народ, пишите комменты, пишите вопросы, я с удовольствием запишу видео, отвечаю на вопросы подписчиков. Подписывайтесь, не хворайте, с вами была Оля Стампер, всем физкульт, привет!